Кайра или как-то... Кайрадок называется она. Кайрадок, да, это она? Да, а значит, операционка 17.3.64. Так, версия 2.86, так, ядрышко, понятно. Значит, сейчас, в данный момент, значит, у вас стоит два ядра по 1.8. А вы не пробовали? А если вы поставите новый процессор, то у вас там сколько будет ядер и какая у них будет частота? Будет Intel Pentium Core Duo E8600 по 3,33 ГГц. То есть будет те же два ядра, но будет уже по 3,3. Но это у вас уже, как говорится, да, тогда оно все должно будет летать. Позже. Оперативка, значит, 3,9. Жесткий диск для Linux. Самая нормальная конфигурация. Потому что Linux сам по себе, значит, ну, там 30 гигабайт ему там или 50 дать, и этого хватит. А остальное 50, дать 4 гига под оперативку. Ну, с учетом роста можем дать вам там и 8. А все остальное разметим как просто отдельный раздел Linux и все. Ну, я экспериментировал с разделами создания раздел Home, но мне не понравилось. Создается раздел Home, но если там что-то случается, то и на Home там это дело затрагивается. А когда просто на отдельном разделе Linux все это хранится, то там гораздо проще. И хочу вам выразить огромнейшую благодарность и признательность за то, что помогаете. Да ничего, нормально все. Так, ну нам осталось совсем немножечко, чтобы записать это дело на флешку. 1% пишет, да? Да. Давайте. Дождемся. И обязательно файл еще нужно будет скинуть. Скинем. Так. Давайте, идите в BIOS. Вот, boot. Ну ладно, идите в boot и выставьте, чтобы стартовал USB HDD первый. USB HDD. А на второе, торопитесь, зайдите снова. А на второе место, по загрузке нужно будет поставить сам по себе жесткий диск. F10, сохранить изменения и выйти. Ждем. Ничего пока не делаем. О. Нажимаете на boot leaf. System. Ну, на первую нажимаете Enter, да? Пошел, да. В стрельке значок есть TeamViewer. Вижу. Вот запускайте его и давайте мне длинные и короткие пароли. Так, видите? Вижу. Все, кладите телефончик в сторону, я зашел. Так, ну, первым делом давайте посмотрим, значит, у меня в моих сборках user и user пароль. Это на флешку, он каждый раз так реагирует. Вот, в принципе, разметка вашего жесткого диска. Да. Понятно. Ну, во-первых, у вас оперативки 4 гига.
под своп вы дали там все семь и так далее. Первым делом, значит, ну, мы отключим подкачку. Тут у вас 26 гигабайт, ну, ценного такого супер ничего нет, или что-нибудь ценное есть? Ну, есть игра, да, ну, ее как бы можно там установить, в принципе, не проблема. Я просто хочу несколько... Так, а, ну, мы можем здесь проиграть вот так вот. Мы можем, значит, изменить вот здесь вот размер. Здесь написать 4096, получится целочисленное значение. Ну, вот этот вот мы просто-напросто в такой-то бабушке уберем. Это там, где был установлен старый Linux, я так понимаю. Да, да, да. А вот эти вот 50 гигабайт мы просто возьмем и в вашем любимом формате отформатируем. И ваша игра там останется, как говорится. Вот, в принципе, практически для вас разметка жесткого диска сделана. Теперь посмотрите. Вот программа SystemBug. У нее, значит, есть два выбора. Первый. Копировать мою систему будет имя пользователя user и пароль будет user. Ну, мы сделаем для вас индивидуально. Пишите тут английскими буквами полностью свое имя, пробел, свою фамилию. Через C или через K? Через C. Через C. Ну ладно. А здесь пишите ваш любимый никнейм, имя пользователя, которое обычно вы... Так. А вот здесь, смотрите, выбирайте или единицу, или девятку. Что вам там нравится? Давайте будет единица. Ну, ставьте единицу сюда. Ставьте сюда. Сюда. И сюда. Значит, какой марки у вас, торговой марки у вас компьютер там? Черточку и напишите десктоп. А так пойдем? Ну, PC можете так, пожалуйста. Нажимаете на Next. И вот смотрите. Ну, пожалуйста, вот, допустим, по порядку пошли. Swap. Да ради бога. Вот swap файл. Вот мы его присоединили. И плюс с форматированием. Вот сюда мы подключим точку, как говорится, нашу основной монтирование системы. Опять-таки, видите, будет раздел отформатирован, и плюс он будет, скажем так, загружающимся. Теперь, значит, делаем вот такую вот вещь. Делаем ее очень маленькой. Вот так. Нажимаем здесь кнопочку Next. 11.08.06. Вот напишите здесь... 11.08.06. В данный момент вы находитесь на флешке, правильно? Да, конечно. Вот здесь виден ее объем, то есть размер файла, который занимает на 8-гигабайтной флешке, он всего лишь около 2 гигабайт. Да. То есть... Тут вот без дураков, тут уже, говорится, не обмануть. Дальше. Находясь на флешке, мы с вами общаемся по скайпу. С телефона, да. Программа TeamViewer включена, при помощи которой мы сделали сейчас вам разметку жесткого диска и записываем мою сборку. Делаем сетку, да. Плюс в то же самое время, и все это мы делаем с флешки, я могу зайти в интернет.
И пока там, допустим, идет установка системы, там ставите вы, например, систему своему там першему другу, вы одновременно, значит, сможете еще там и по интернету поползать, поискать какую-то там информацию, а, значит, или там музончик послушать. Все, как говорится, и все это с простой, скажем так, с флешки. Вот что-нибудь подобное на винде вы видывали? Нет. Нет. Ну вот. Я здесь не надо заводить свои данные. Я вам просто показываю, что видите, он загрузился. Тут можно, значит, там поискать что-нибудь по интернету, там беспроблемно. То есть работает. В то же самое время, значит, вот вы говорили про рабочие столы. Вот они. Вот смотрите, я их сейчас могу открепить, поставить в любое место там, допустим. Так. Не хочет. Ага, вот. Ну, то, допустим, вот сюда вот взял я их и поставил. Вот смотрите. На первом рабочем столе мы, допустим, видим вот процесс установки. Я иду на второй рабочий стол. Какой тут? Четвертый, да, по барабану. Допустим, здесь я решил проверить, как работает офис. Ну, допустим, пошли в электронную таблицу. Это находясь на флешке, то есть эту флешку вы можете воткнуть, находясь в любом интернет-кафе. Вот. И работать на ней как на полноценной, скажем так, операционной системе. Вот вам, пожалуйста, офисный файл, там вы какие-то там что-то там делаете. Дальше, значит, здесь вы пошли в офис и пишете какой-нибудь там документик. Где тут он? Вот. Память, конечно, это будет брать, но я просто показываю возможности того, что это вот не то, что вы, как говорится, там на жестком диске в менте работаете, а это вот на несчастной флешке. Значит, и при том, что оперативная память погружается на 36%. Вот потребление оперативки и вот потребление центрального процессора. Перешли сюда. Вот, пожалуйста, на втором рабочем столе у нас уже заканчивается процесс установки. Вот он сейчас уже практически закончится. Это несмотря на то, что, значит, мы были в интернете, там, вы в электронных таблицах там работали, еще что-то там делали. Вот. Вот оно все вам вживую, скажем так, все преимущества. Начали мы в 11.08, сейчас 11.12, но это где-то 4, ну, 5 минут пусть, не будем придираться. То есть, понимаете, вот сама по себе вот эта флешка, она уже весьма ценная вещь. Это, скажем так, вам палочка-выручалочка, даже если полностью у вас жесткий диск крякнется, или, скажем, у вас просто-напросто компьютер украдут. Ну, что, взяли с флешки, пошли в любое место, как говорится. Начали сразу работать, какая-то срочная работа. Или нашли какой-то там запасной компьютер, значит, тут же взяли с нее, запустили программу, значит, разметки жесткого диска. Теперь дальше. Что я обычно делаю? Заводите пароль. Потому что... А разве он еще не один? Нет, пока здесь заводите юзер. Юзер. То есть для данной сборки он один. Это уже вот то, что мы вам поставили, будете с нее стартовать, там уже будет у вас пароль ваш. Какой там девятка или что. Вот. Вот здесь я обычно, значит, делаю метка, и здесь я просто набираю, вот, убираю ее. Своп, он и так же виден. Вот. Во-первых, он красным цветом всегда обычно идет. Да и на нем на самом написано своп. А вот здесь я метку меняю на более привычные мне. Напишите LMC. Три английские буковки маленькие. Да маленькие пишите, не надо большие. У них все. LMC. Linux Mint Cinnamon. Да.
Вот все, что мы сделали. Разметка диска сделана. Значит, этикетки, значит, мы поменяли. Теперь, значит, что вы будете делать? Вы перезагрузитесь, и уже с жесткого диска Linux Mint Cinnamon, значит, вы мне, значит, дадите пароли от Тимьюра, потому что у вас он, видите, где уже настроенный. И я посмотрю уже у вас, как говорится, там, какие, там, что, как и почему. Так что здесь вот легко я кнопочку вывел, видите, какую? Да. Ну, теперь вынимайте флешку и стартуйте с жесткого диска. И покажите мне картиночку, как у вас будет загрузка идти с жесткого диска. Наведите камеру на экранчик, чтобы я посмотрел. А то я... Там автоматически он пишет, сколько секунд осталось до автоматической загрузки. Можете просто Enter нажать. Ну, осталось тут 2 секунды у вас. Сейчас сам стартанет, да? Процессор вяленький, поэтому, ну, здесь будем просто, как говорится, подождать. Все пошло. Привычка на нем пару. Ну, сейчас уже, по идее, должен начать грузиться. Потерпеть, да. Закрывайте пока эти окошки, это потом будете на этих регистрироваться. А снизу запускайте Тимку и давайте мне длинный пароль и короткий пароль. Так, и пароль 3261. 3261. Откладывайте камеру в сторонку, я ваш экран уже вижу. Ну вот. Значит, что мы сейчас будем делать? Значит, я смотрю, у меня, значит, здесь почему-то комки вдруг и почему-то не хочет подключаться. Ну, сейчас мы ему экзекуцию и устроим. Так, Алекс на русском языке. Вот вам коночки. Дальше. Проверяем, значит, коночки. Network. Так, у вас показывает ETH. ETH не показывает совсем. Значит, попробуем здесь вот так вот сделать. Вот. Интернет стал показывать, видите, да? Дальше, значит, вот здесь вот. Ну, теперь я вот уже сделал, чтобы он в автозагрузку был включен и стартовал автоматически, просто у нас не была отмечена конкретная иконочка. Так, swap файл вот подключен. Это мы еще сделали при установке. И плюс первые навскидку 5 программ, которые больше всего кушают ваш центральный процессор и вашу оперативную память. То есть центральный процессор вот сейчас на 8% там занят, да? А если бы мы не вели бы запись, то он вообще был бы занят там на 1-2%. Ну и тут, соответственно, значит, было бы... Сколько тут процентов? 18. Ну, было бы там 5, там 10 было бы вот так. То есть это... Поскольку мы через интернет, я показываю там, как что там настроить и так далее. Ну да, но в это же время Windows 7 у меня бы уже загрузил больше 1,5 гигов. Ну, я тут даже говорю не в гигах, а говорю в процентах, потому что... Ну вот смотрите, ладно, что мы сделаем? Самые главные настройки. Вот смотрите, настройки даты и времени. Значит... Теперь пароль у вас, сами знаете, какой коротенький, да. И, по-моему, в списке городов Кишинев-то я видел, вот он. Вот. Снова, значит, блокируем.
Привет из песни. Дальше пошли на погоду. Здесь сделано на Москву, по-моему. На Ливерпуль, на мой. Идем в настройку. Так, получить. Сейчас должен запуститься Google Chrome браузер. Первый раз на У. Ну давайте, ладно. Пишется. Ну, нажимайте на search. Есть такое в Молдове. Вот теперь берите вот этот вот код, выделяйте, копируйте. Так. В принципе, значит, вот вместо этого, да, вставляйте. И просто-напросто стоп. Так, на 5 дней, так. И не показывать эту барабенщину. А здесь давайте-ка я вам поставлю миллиметр ртутного столба, наиболее распространенная. Здесь мы отменим эту штучку. А теперь посмотрим, какая погода у нас в Кишиневе. Время сделано, погода сделана. Оконочки у вас информативные, значит, все стоят. Вот очень хорошая программочка, я называю ее пылесосиком. Она позволяет, значит, тоже получить информацию о системе. Значит, ну вот какое название мы дали, так оно и называется. И здесь вот оно такое же название выдало. Значит, время, в которое мы находимся, 8 минут. Единственное, не зацепила иконочка температуру процессора. Ну, и IP-адрес. На некоторых компьютерах это бывает. Ничего, с этим можно мириться, с этим можно жить. Все остальное у вас уже, как говорится, настроено и работает. Но теперь, значит, у нас, в принципе, с вами предстоит, скажем так, хирургическая операция по смене старого процессора. Ох, я забыл еще раз, но покажу еще раз. То есть вот мы хотим, значит, процессор Intel Pentium Dual CPU с двумя ядрышками, каждая по 1,8, поменять на процессор с двумя ядрышками, но каждая ядрышка будет по 3,3 ГГц. Я правильно говорю? Все верно. Значит, Владимир, значит, ну, так вот, расскажите, что вы собираетесь сделать? То есть, ну, выключить там компьютер, влезть туда и просто, собственно, пересадить старый процессор, вытащить старый процессор, да, и попробуем старый стартовать. Может быть, он сам, там необходимые драйвера и все остальное он, может быть, и подцепит. Мы забыли одну. Вот покажи процессор, который ты купил и собираешься поставить взамен старого. Собственно, вот так вот он выглядит. Ты, значит, сейчас должен будешь вытащить старый процессор, но он там тоже чем-то ведь приклеен как-то, да? Он не приклеен, он закреплен в слоте, тут не видно надпись, фокус, не бери. Ну, а там тоже, на старом компьютере тоже была термопаста или как? Ну, конечно, да, соответственно. Так, ну вот я вижу старый процессор, да. Кстати, видно неплохо. Пусть не столь уж и четко, но, по крайней мере, для пользователей вот любопытно будет посмотреть. Ты отдал эти самые стопоры, фиксаторы. И теперь он просто рукой вынется или там еще надо его чем-нибудь? Ты имеешь в виду, что термопасту тебе нужно будет положить вот на само основание? Хорошо, давай. Процессор или внутри компьютера, вот на основании, туда, куда он крепился? Нет, на теплопередающую крышку процессора, которая соединяется непосредственно. Ага, понятно. А как, там просто пальчиком размазать, как клей, и все? Ну, типа того, да. Не пальчиком, конечно. Лучше это делать какой-нибудь пластиковой картой, например. Ага, понятно. Вижу, ага, вижу, вижу, ой, как хорошо видно, нормально.
Так. И просто распределяешь по всей поверхности. Опа. Ничего. Ага, вижу, хорошо вижу. Ну что, постучим по деревяшке? Ну да. Хотелось бы. А, еще и боковые грани? Или ты с них снимаешь просто? Нет, я с них снимаю излишки. Ага. Излишки, это мне хорошо. Ну, собственно. Вижу. То есть слой должен быть достаточно, скажем так, тонким, да, прозрачным, не густым. Так, ну что, поехали. Так, ой, как хорошо видно. Нормально. Так, фиксаторы. Так, и фикс. Все, он зафиксирован. А теперь только Да, я не счистил старую термопасту, сейчас секунду. Не счистил старую термопасту откуда? Ты не счистил старую. Понятно. Давай попробуем безо всего, да, стартануть. Загрузится, интересно, Минт или нет? Поглядим. Он пошел. Так, ну закрывайте окошки, запускайте Тимочку и давайте посмотрим, что он там это самое. Да, и модель процессора он тоже не отображает, да? А это мы сейчас в других местах посмотрим. Давайте длинный пароль. Так, 329, да? 329. 749, 700. Так, есть. И короткий 2177. Сейчас. 2177. Захожу. Закрываем вот эту штучку. Так, ну и начинаем смотреть, чего тут, как и почему. Телефончик теперь можете в сторонку отложить. А мы пока первым делом давайте, ну давайте вот сюда пойдем. Какая разница? Вот ваши ядрышки по 3 и 33 гигагерца. Да. Вот таким вот образом, да, даже без включения там, я не знаю, там изменений там особых там в BIOS-е. Ну вот Linux Mint нам он взял все это дело, да, и подцепил. Поэтому. Самое интересное, что он его и подцепил, и распознал, и отобразил, и все корректно.
и И все. без каких-либо вмешательств. Да, практически я считаю, что это большое, скажем, хорошая работа была проделана командой Linux Mint Solomon, что ну, человек решил поменять процессор, почитал. Без проблем. Да, технически, как там это, что там открыть, что отвинтить, что сделать, поменял. И все, здесь уже можем пойти, вот, допустим, посмотреть систему. Система чистая, видите? Ну, потому что я уже там готовил все. Кэшики. Ну, кэшики можем почистить. Тут там всего лишь там ничего в кэшиках. Парольчик короткий заводите. Все чистенько. Значит, что теперь? Значит, вот тут есть еще обновление. Значит, нужно настроить на ваши местные сервера и так далее. Поэтому, значит, вначале мы пойдем вот в источники приложений. Тут расположены мои английские, а мы выставим на то, что ближе всего к вам. Скоростное. Пока что самое скоростное у вас идет вот. Это какая тут страна? Румыния. Ну, оставим Румынию, господи. Так. Дальше. Ну, тут тоже вон Румыния, по-моему, да? Нет, это уже Молдавия, это уже моя страна. Молдавия? Да. Ну вот. Ну, поставим Молдавию. Вот. А теперь, значит, что делаем? Обновляем кэшик. Прямо и в Молдавии, смотрите, сколько зеркальных ссылок. Ну, так... Об этом не кричат, но Linux уважают, скажем. Так, ну, все это сделали. Да, и это... Теперь проверим еще уровни. Так, ну, 1.2 есть нормально. Обновление раз в месяц достаточно. Так, ну, тут все нормально. С Thunderbird программой для чтения почты вы не пользуетесь? Нет. Нет. Я пользуюсь Google Plus. Я просто прямо на веб-сайтах смотрю свою почту и все. А эти там программы, которые скачивают тебе электронные письма на жесткий диск, там этот мусор получается, я это не люблю. Ну, сейчас он тут попроверяет все, что там ему необходимо. Сделаем ему последние там инъекции по обновлению. Заводите. Ну, вот видно, что загрузка пакетов идет быстро и хорошо. Видно, да? Да, видно. Все видно. Как работает, видно, насколько быстро видно, насколько четко, без лишних всяких вмешательств со стороны пользователя. Я считаю, что вот очень этот опыт ваш будет полезен многим, потому что многие пользователи, они бы и хотели бы у себя поменять процессор, и в то же время как-то, ну, боязно. А так, значит, я уже могу оставить им ваш скайп-ник, поместить у себя на блоге и написать, что, значит, можете оказывать помощь людям по смене процессора. Вот. Но для этого у них должна быть установлена программа Skype с видеокамерой, с веб-камерой и программа TeamViewer. Теперь пошли дальше. Вот, галочка означает, что система обновлена, время выставлено, погода, значит, выставлена. Теперь пошли сюда. Вот здесь вот. Так, давайте-ка посмотрим.
Вот, окно входа в систему. Здесь, ну, предлагается тема там из списка. У нас, значит, было выставлено просто в виде бегущей строки, потому что я люблю, когда команды по экрану бегут и видно, что там происходит. Включить автоматический пользователь входа в систему, только мы не юзера уже сделаем, а Волков. Да. И пароль. Волков. Значит, вот, я думаю, что этого будет и достаточно. Так, здесь в настройках 24-часовой. Выбирать последнего зарегистрировавшегося пользователя. Так, тему, ну какую? Ну давайте вам. Ну давайте карбон. Давайте карбон сделаем. Достаточно. Так, теперь, значит, дальше. Мы сейчас сделаем с вами последнюю проверку, перезагрузим компьютер, и вы мне с телефончика покажете, что вот мы сделали, чтобы был автоматический вход без пароля, без имени пользователя. И после всего этого, значит, обновление у нас сделано, время выставлено, все это дело выставлено. Мы... Скайпа, чтобы вы были готовы показать мне момент... Скайпа осталось 3% здоровья. Так, все, я перезагружаю. Так, наблюдаю, значит, с камеры. Ой, хорошо, вы показываете, нормально все, да. Для меня, так сказать, важно посмотреть, перекинулась она или нет на автоматический вход. Так что давайте подождем, посмотрим там, что к чему. Пусть там верифицирует. Тут уж ладно, как говорится. Ну, тут можно Enter нажать, не ждать там 7 секунд. Так, пошла загрузка. Да. Потому что вот для меня сейчас важно, без... окошком он зайдет в систему или нет. То есть правильно ли мы сделали там вам все необходимые настройки. Тут ему подумать, как всегда, нужно, конечно. Цинамон грузится не быстро. Ну, допустим, в данном случае лично для меня это не критично. Почему? Потому что я готов, скажем так, лишнюю минуту подождать, но когда система загрузится, чтобы она потом была, скажем, безо всяких этих палок в колеса и граблей, которые любят делать, скажем так, другие системы. Вот, поэтому давайте посмотрим. Ну что, загрузилась без предложения пароля. Значит, сейчас вы мне скажете просто-напросто короткий пароль. Запускайте Тимку. Так, 3776, да? 3776. Так, все, можете в стороночку отложить свою эту самую камеру. Потому что я сейчас уже экран вижу нормально. Так, сейчас мы вот так вот сделаем вообще, чтобы все было хорошо. Ну вот. Значит, что скажу? Значит, в принципе, я тоже очень доволен результатами работы. Значит, вот посмотрите, здесь мы можем даже, так, вот, можем даже вернуть его на панель. Вот оно, видите, да?
Вот. И тут уже с рабочими столами, как говорится, вот вы разбираетесь, рабочее место один, там два, три и так далее. Вот. Значит, со всеми этими, ну, эти друзья у нас, как говорится, все выверенные, перепроверенные. Варите, запускает, я люблю, когда настраиваю, делать экран темным, чтобы была видна хорошо для пользователей системная информация. А когда уже это дело сделано, я, значит, люблю запускать Variety программу по сменке обоев рабочего стола. Она их со всего мира выдергивает и порой очень красивые, значит, вот обои вам выкидывает. Настройки, вот здесь параметры. Менять каждые 2 минуты. Обои менять при перезагрузке. Тут, в принципе, вполне, как говорится, достаточно. Дальше. Вот когда все окончательно вы у себя там настроили, перенастроили и так далее, вот здесь теперь вы можете вот тогда уже спокойно идти, значит, вот сюда. А пароль-то вы завели или нет? Да, конечно, один. Еще раз. И вот теперь, если вы нажмете, допустим, вот здесь на пароль, то посмотрите, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и только вот минимум 8 там букв, цифр, знаков должно быть, величина пароля должна быть не менее 8. Дальше, значит, здесь опять-таки, если идет совпадение, то вы нажимаете «Изменить», и у вас уже будет новый пароль. Я пока оставляю вам ваш, как говорится, старый. Когда вы там все уже окончательно там себе все настроите, вот сюда зайдете и поменяете свой пароль. Как сделать автоматический вход, вы тоже знаете. Управление питанием у меня выставлено на постоянку, потому что у меня тоже десктоп. Экранная заставка у меня тоже убрана. Вот. Никогда ее не показывать, то есть, чтобы экран постоянно горел, потому что рабочий стол, и нечего там ему каждые там 5-10 минут гаснуть, переходить во всякие режимы там сохранения и так далее. В автозагрузке вот смотрим, что будет грузиться: Alarm Clock, Cairo, Conky, так, Dropbox. Ну, вот здесь вот я пока вот отменю, чтобы они вам не мешали. Если вы на них решите там зарегистрироваться и подключить, то вот в автозагрузке поставите здесь вот, вот так вот сделаете. Я понял. Дальше, значит, Skype Tab есть, поддержка есть. Ну, можете варить и выставить, допустим. Вот практически и все. Если у вас стоит NVIDIA какая-то там, вот ее тогда поддержку включите. А так, вот, ой, какой красивый. Вот, допустим, вам понравилась эта обоинка. Побежали сюда, копировать в избранное. Вот очень она вам понравилась. Бегали, прыгали там, обоина взяли, поменялись, а вы решили ее установить. Вот пошли в избранное, открыли папочку. И вот, допустим, вот она у вас, красавица, здесь. Так мало того, функция есть. Вот, сделать фоном рабочего стола. Следующее, например, вот у вас вот такой вот есть, Wallhaven. Вот, пошли сюда, сделать фоном рабочего стола. Вот, пожалуйста. То есть, вот абсолютно чудесная программка. Каждые 2 минуты выставлено менять их. Дальше. Есть еще хорошая штучка — переключатель обоев. Вот список обоев, которые уже имеются в наличии, которые прибежали из разных мест. И по любой из них, значит, вы, допустим, можете вот так вот взять, кликнуть. У меня скайп умрет через 30 секунд. Сейчас перейдем на тогда на этот самый. Подождите. На компьютерный, да. Попробуем. У вас микрофон здесь есть, да? Да, конечно.
Так, меня слышно сейчас через TeamViewer? Да. Ну, все нормально. Тогда пусть, как говорится, скайп ваш пока отдыхает. Ну вот. Значит, ну, любую, допустим, ну, девушка есть какая-то красивенькая, да? Вот. Пожалуйста, фоном рабочего стола. Чтобы она до конца сеанса у вас осталась, да ради бога, вот просто вышли. Тогда изображения меняться не будут, и до конца сеанса у вас, значит, вот это вот изображение рабочего стола будет, как говорится, на рабочем столе. Хорошая, толковая программулина и разнообразит, скажем так, экранчик и так далее. Вот. Ну ладно, Владимир, я считаю, что сегодня мы с вами сделали очень хорошее и большое дело. Значит, вы не против, если у себя на блоге, в разделе тех, кто может оказывать помощь другим, я вас заведу, чтобы люди могли по скайпу с вами связываться, и чтобы вы им могли, допустим, передавать свой опыт, как вы меняли именно процессор у себя. Я не слышу, говорите погромче, потому что... Вы не против? Нет, если я смогу кому-нибудь помочь, меня это только порадует. Ну, вот самое главное, потому что одно дело, как говорится, человек пытается что-то сам сделать, но если вот так вот, у него есть TeamViewer, у человека есть Skype, он начинает что-то делать, а вы можете что-то, допустим, углядеть и подсказать, что, допустим, вы уже через что проходили. Причем, так, у меня в настройках громкости, вот посмотрим. Я вас сейчас слышу, но слышу, скажем так, не очень хорошо. Значит, дело с настройками микрофона, и вот я сейчас вот сюда полезу, на вход. Понятно. А ну-ка, что-нибудь сейчас поговорите. Ну, так получше, надеюсь. Ну, так, гораздо лучше. Вот. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что теперь вы сможете, кто к вам обратиться, по крайней мере, сказать, посоветовать или рассказать, как вы делали. Ну да, я с радостью помогу, если моя помощь будет кому-нибудь. Ну да, потому что опыт, вот, понимаете, он же и есть опыт. Ну ладно. Значит, ну что, я желаю вам всяческих успехов и удач, потому что грамотно сегодня, значит, все сделали, и диск вам разметили, и сборочку поставили хорошую, настроенную. Кстати, вот чего мы забыли. Да, за что вам просто безмерная благодарность. Вот мы что забыли еще с вами. Вам нужно сейчас будет зайти на мой блог, и мы забыли вот что сделать. Так. Смотри. Зайти на мой блог, в принципе, очень просто. Вот покажу, смотрите, даже без ввода там своих паролей, вот здесь вот, так, в русской раскладке, сейчас я вам поставлю, Shift, Alt-Shift у меня, перемена раскладки. Вот здесь вот набирайте «Компьютерные советы от...» Уже есть, от Алексея. И сейчас мы с вами скачаем файлик, который вам всегда, как говорится, пригодится. Вот здесь вот напишите там Cherry 3. Вот в него мы этот файлик поместим. И запустим.
Вот здесь у вас, пожалуйста, вся информация, которую за это время, значит, я накопал в интернете, большинство по Linux, но есть немножко и по винде. Значит, здесь видеоролики, а здесь команды. Тут вот как программы ставить. То есть вот берется, копируется, вставляется в терминал, пошла установка программы. Но у меня тут большинство программ, они уже установлены. Это вообще шпаргалка. Да, чтобы самому ручками там это самое не заводить, вот я так вот специально, значит... Чтобы в памяти все эти команды не убиты. Да, 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 да. Вот, ну, тут заведете свои там это самое там пароли, зарегистрируйтесь, восстановятся все ваши там эти настройки, папки там и так далее, синхронизация. Вот. А так, значит, ну что, всего вам доброго, до новых, значит, встреч и до свидания. Вам большое спасибо за вашу помощь, очень помогли. Я надеюсь, что вы тоже поможете там 5 там, или 10 пользователям поставить Linux и оценить его красоту. Я надеюсь, что я смогу это сделать. Я тоже. Нужно постараться и попробовать. Всегда, если что, возьмете видеоурок, я сделаю, пересмотрите его и друзьям покажете. Давайте. Хорошо. Удачи. Спасибо. Всех благ, всех успехов, всех начинаний. Всего доброго. Хорошо, Володя. Спасибо. До свидания.